Можно ли грызть ногти для похудения? Конечно, можно, и это будет максимально эффективно для снижения веса. Первое. Под ногтями собирается грязь, и когда вы их сгрызаете, вся грязь попадает в рот. Далее у вас заводятся глисты. А вот они как раз будут вашими помощниками в похудении. Глисты с радостью съедят часть пищи, которую вы употребляете. Соответственно, ваш организм получает меньше калорий. А все мы знаем, меньше калорий кушая, меньше циферки на весах.